Мы почти отказались от кухни и сделали очень много мест хранения. А как постирочная оказалась в моем кабинете, узнаете в этом выпуске. Изначально здесь была типовая планировка, но с одним большим минусом. В итоге нам пришлось демонтировать все стены, чтобы выполнить запрос заказчиков. Я не хотел приходить сюда, будто я спускаюсь в подвал. Поэтому теперь здесь... А что было дальше, увидите в выпуске. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Заходите в мою яркую квартиру. Привет, мы вас очень ждали. Меня зовут Алина, я мама в декрете. Это наш самый лучший дизайнер. Меня зовут Анастасия, я архитектор-дизайнер и один из основателей компании TSP Studio. И сегодня буду представлять нашу команду здесь. В этом выпуске мы вам расскажем, как в квартире 84 квадратных метра мы почти отказались от кухни и сделали очень много мест хранения. И как постирочная оказалась у нас в кабинете. А как постирочная оказалась в моем кабинете, узнаете в этом выпуске. Мы находимся в ЖК «Лучи», метро Солнцева, в трехкомнатной квартире. 84 квадратных метра, где проживаем мы с мужем, с нашими детьми. Дочка 5 лет и сын 1 год. Изначально здесь была типовая планировка, но с одним большим минусом. Дверь на кухню с гостиной находилась за нашей спиной. Соответственно, не было никакой входной зоны полноценной, ну, в том числе и грязной зоны. В принципе, с этим запросом к нам и обратилась Алина со своей семьей. И вообще, почему мы сделали кабинет, а не две детские комнаты, так как у нас дети разнополые? Потому что дети еще маленькие, я подумала, читать сказки сначала в одной комнате, потом бежать в другую комнату, как-то было бы нелогично. И сейчас нам нужна именно одна общая с детскими игрушками комната, чтобы их больше нигде не было. Вот, поэтому и образовался кабинет, который очень понравился и понадобился мужу. В будущем, который планируется отдать ребенку. В итоге нам пришлось демонтировать все стены, чтобы выполнить запрос заказчиков. Мы смогли оставить 2 туалета, сделать детскую для 2 детей равноправную. А что было дальше, увидите в выпуске. Нам было очень приятно работать с заказчиками, потому что от них пришел запрос, что они хотят яркие комнаты. И это на самом деле сейчас редкость, потому что многие боятся цвета и вводить этот цвет. А вот ребята как раз были настолько открыты к этому вопросу, что это было работать одно удовольствие. Да, когда мы собирались только делать ремонт, я начала просматривать разные ролики, In My Room, и блогеров других. И, если честно, мне так надоели бежевые ремонты, везде одно и то же. И хотелось добавить ярких акцентов. С этим мы и помогли. Стиль здесь современная классика, сочетание классических элементов в виде молдингов, карнизов, розеток и технического освещения современной мебели. На самом деле здесь довольно-таки невысокие потолки, всего лишь 2,6 метров, но с помощью архитектурных дизайнерских приемов мы увеличили это пространство, что так ты никогда и не скажешь, что здесь 2,6. В этой квартире есть большой длинный коридор, кухня-гостиная, детская комната на 2 детей, кабинет, 2 санузла и, конечно, спальня. А еще есть небольшой балкон. Ну что ж, давайте посмотрим нашу квартиру. Мы начнем наш рум-тур с этого помещения. Это кухня-гостиная. Это помещение одно из самых главных для заказчиков, так как они здесь проводят основную часть своего времени. Поэтому мы хотели ее сделать более спокойной, но с яркими какими-то акцентами. Если смотреть по зонам, то здесь одна зона – это зона кухни, зона гостиной и обеденная зона, которую мы объединили в одном помещении. Хотелось бы подробнее рассказать про напольное покрытие в квартире. Сейчас в дизайне тенденция – уход от порожков между двумя разными материалами. И не все знают, как это можно осуществить, не используя всем привычный керамогранит в мокрых зонах. Чтобы уйти от стыков, мы использовали SPC-плиту. Почти во всей квартире на полу у нас каменно-полимерная плитка, укладка «Елочка» в оттенке натурального дерева. За счет своего состава и специального замкового соединения это напольное покрытие 100% водостойкое. Его можно укладывать на кухне и даже в ванной. В своих проектах мы часто используем покрытие от Alpine Floor. В этой квартире уложена SPC-плита из коллекции Chevron. Покрытие экологичное, имеет глубокое тиснение в регистр, благодаря которому создается текстура настоящего дерева. А узнать подробнее о напольных покрытиях от Alpine Floor можно по ссылке в описании к ролику.
Это помещение заказчики хотели сделать не кухню-гостиную, а больше гостиную. Поэтому мы отказались от верхних модулей в кухне, организовали хранение в нижних и в правой части. Да, отказались от верхних ящиков, потому что, я считаю, в них обычно складывается весь хлам, который никому не нужен, только собираешь, разбираешь его. Поэтому мы решили подсветить эту часть подсветкой. Мы использовали здесь декоративную штукатурку, чтобы стена была более эффектна при подсветке, нежели чем при гладкой текстуре. Если вы обратили внимание, здесь нет вытяжки. Это тоже был один очень удивительный запрос от заказчиков, так как в повседневной жизни они ей особо не пользуются. Да, в нашей жизни мы как-то вообще редко пользуемся кухней, чаще либо доставки, либо кафе. Поэтому небольшая поверхность для того, чтобы быстро приготовить какой-нибудь ужин, съесть его и убрать, нам вполне достаточно. Расскажу немножко про материалы, которые мы здесь использовали. Столешница у нас из кварцевого камня. Мы специально сделали такую ногу, это более эффектно смотрится, ну и плюс кухня будет сохраннее, потому что находится она на проходе. Сам материал — это МДФ эмаль. Мы предложили сделать небольшие филенки, чтобы поддержать классический стиль. Здесь у нас основное хранение. С этой стороны находится техника. Здесь встроенный холодильник, сама техника, микроволновка и духовка. И скрытая часть тоже хранения. Фартук мы выложили из мелкоформатной плитки с небольшим разным оттенком. Еще интересная особенность, мы использовали раковину с подклейкой, так как это удобнее и более гигиенично. Смеситель и розетки у нас черного цвета, в смесителе уже встроенный фильтр для воды и нет дополнительных вырезов. Также здесь предусмотрен измельчитель. Расскажу вам по хранению в моей кухне. Здесь подмойка, как обычно, мусорное ведро. В этой части у нас находится посудомойка. Так как здесь находится посудомойка, удобнее складывать посуду именно в этот ящик. Поэтому определили ящик под посуду. Здесь у меня находятся ложки-вилки, принадлежности. А внизу находится, складываю кастрюли, сковородки, большую кухонную утварь. В этой части кухни у нас находится воздухоотвод, и вот здесь тоже стена несущая, мы ее не могли никак убрать, поэтому здесь мы сделали фасад, как и на всей кухне. В этой части у нас находится бакалея, всякие детские вкусняшки. Вот этот шкаф у нас очень интересная задумка, нашла его в интернете, захотела себе, потому что, так как мы уже сказали, мне не хотелось делать кухню кухней. И вот это пространство должно быть всегда чистым, без всяких кулинарных штучек. Поэтому внутри мы сделали розетки. Выдвигается он для того, чтобы не испортить кухню, чтобы весь жар от чайника выходил наверх. Поэтому мы готовим кофе здесь. Так как здесь у нас чай-кофе, то внизу у нас идут вкусняшки. Поэтому в этом ящике у нас чай, кофе, печенье, всякие сладости, конфеты для быстрого удобства. Внизу также место хранения для всяких большой кухонной утвари. Сделали вот такой сервант с подсветкой, ну, для того, чтобы поставить красиво посуду, бар был в легком доступе, встроенная микроволновая печь. Захотелось именно вот с таким открыванием, так как уже надоели с обычным привычным открыванием. Здесь тоже духовка и тоже место хранения для большой утвари. Там мы храним здесь мультиварку и блендер. Вот в этой части скрытый холодильник, обязательно скрытый, потому что сейчас не модно делать не скрытый. Холодильник достаточно вместительный для нашей семьи из 4 человек, нам вполне хватает. Также внизу в цоколе предусмотрели вентиляцию для холодильника, для духовки и также для плиты. У InMyRoom есть свой телеграм-канал, где собраны интересные идеи дизайна. Есть акции, бонусы от партнеров, а также анонсы всех видеороликов. Ссылочка в описании. От общедомовой вытяжки мы не смогли отказаться, поэтому как бы все-таки она есть.
Так как это помещение, в котором большую часть времени проводят заказчики, мы предусмотрели здесь разнообразные варианты освещения. Здесь есть технический свет в зоне кухни, технический свет в зоне гостиной. Здесь есть несколько видов подсветки. Одна из них это за интерьерной панелью, подсветка зоны штор. Также здесь встроенный технический трек в гипсовой панели и подсветка красивого фартука. Еще мы хотели добавить какую-то акцентную деталь, и поэтому предусмотрели здесь эту эффектную люстру, которая выделена гипсовой розеткой. Да, люстра находится у нас здесь, так как предполагалось, что стол с стульями будет находиться здесь, рядом в кухонной зоне. Но пожив какое-то время, мы поняли, что здесь нам важнее большое пространство, и стол переместился ближе к телевизору. Нам изначально заказчики сказали, что у них часто собираются гости, поэтому стол мы сделали раскладной, и когда он раскладывается, помещается... До 12 человек легко вмещается. Подвигаем его к дивану, вокруг расставляем стульчики. Очень удобно смотреть телевизор, когда кушаешь. Тоже одна из акцентных зон в этом помещении – это вот такая зона ТВ в виде интерьерной панели. Продаются большие листы, которые склеиваются друг с другом. Швов совсем не видно, но выглядит очень эффектно, то есть с такой текстурой камня. А подсветка дополняет это все. Так как одну акцентную зону мы уже сделали, соответственно, стену, противоположную стену мы хотели немножко успокоить и поиграть за счет именно текстур. Поэтому текстуры фактур. Поэтому мы добавили здесь гипсовые панели и также молдинги. В гипсовые панели также можно встраивать технические светильники, что мы и сделали, что тоже добавляет интересность. Да, наш диван раскладывается. Обязательно выбирали раскладывающийся диван, потому что очень важно, чтобы гости спали удобно. Поэтому здесь он и раскладывается, и есть большие места хранения для постельного белья. А шторы у нас цветом гармонируют с диваном, тут легкая тюль, а скрытый карниз сделали во время ремонта. Так как мы перенесли стол ближе к телевизору, то решили для всяких мелочей предусмотреть здесь тумбу. Тумба сделана индивидуально по нашему эскизу. Сделана она из МДФа, и рисунок филенки соответствует шкафу в коридоре. Мы хотели выделить как-то зону гостиной, и поэтому использовали молдинги как на потолке, так и за изголовьем дивана. После перепланировки у нас получилась здесь полноценная входная зона. Ее мы выделили керамогранитом под черный мрамор с геометрическим рисунком. Изначально у заказчицы был запрос по поводу добавления в коридор ярких красок. Соответственно, мы предложили разные цветовые гаммы и остановились на таком пыльно-розовом цвете. Когда в процессе реализации мы выбирали из нескольких разных образцов и остановились на таком цвете. Цветом мы выкрасили всю входную зону, в том числе и тумбу сделали тоже в цвет стен. Фасады мы украсили филенками, чтобы они перекликались с молдингами. Здесь у нас крючки для верхней одежды. Также одна из основных необходимых вещей в коридоре – это зеркало. Его расположили здесь и предусмотрели для него подсветку. Коридор не просто проходной, он максимально функциональный. Здесь в нише мы предусмотрели встроенный шкаф с различным наполнением. Шкафы сделаны из МДФ, фасады сделаны филенками и украшены такими декоративными ручками. В этом шкафу у нас спрятана верхняя одежда. Также электросчетчик и Wi-Fi роутер на всю квартиру. Здесь у нас обувь, аптечка и вообще места хранения для всего ненужного. В этом шкафу у нас расположены вот такие полки для обуви. В прошлой квартире у нас вся обувь стояла в коробках, и это было очень неудобно, когда смена сезона, ищешь нужную обувь. Здесь у нас лежит вся обувь всей нашей семьи, поэтому очень легко можно ее использовать. Здесь у нас располагается хозблок, стоит пылесос, висит ручной пылесос. На зарядке также выведена там розетка. А сверху располагаются инструменты. Коридор – это первое помещение, которое видят гости, когда заходят в квартиру. Поэтому нам хотелось сделать его очень ярким, насыщенным, интересным. Поэтому мы решили обыграть двери и стены в классическом стиле. Сделали такие интересные филенки на дверях и молдинги с двойной рамкой. И поддержали это филенками на шкафу.
Так как вход в гостевой санузел находится прямо напротив входной двери, мы решили весь этот блок не выделять и как бы замаскировать. Поэтому мы использовали скрытые двери в черном металлическом профиле и покрасили их в пыльно-розовый цвет, чтобы он перекликался с входной зоной. Также хотели бы показать вам один из приемов визуального увеличения высоты. Это карниз в сочетании с фризом. Такая конструкция визуально расширяет пространство, увеличивает его ввысь. У нас во время планирования проекта у нас стояла дверь, но во время реализации мы подумали, что здесь она будет только мешаться, поэтому решили сделать вот такой эркер. Регуляторы теплого пола мы предусмотрели умные, то есть можно регулировать и настраивать различные сценарии через телефон в определенном приложении. Также у нас здесь есть мастер-выключатель, который отключает весь свет во всей квартире, не затрагивая электрику. Очень удобная история, не надо ходить по каждому помещению и выключать свет. Здесь у нас должен быть домофон, но пока мы его еще не поставили. У In My Room есть свой подкаст, где обсуждают различные темы, связанные с ремонтом, и не только. Слушайте и подписывайтесь, ссылка в описании. Сейчас мы переходим к помещению спальня. Площадь ее 11,9 квадратных метров. Здесь мы поместили большую кровать 1,80 м, две тумбочки, а также поместилась детская люлька для годовалого ребенка. По поводу отделки. Заказчица хотела здесь тоже внести цвет, и мы на самом деле долго подбирали различные цвета, пробовали разные варианты и остановились на таком глубоком зеленом цвете. Он, в принципе, успокаивающий и для спальни очень подходит. Изголовье мы украсили таким интересным способом. Мы использовали полиуретановые молдинги и использовали гипсовую панель. Соответственно, разбили по цветовой гамме краску. Панель мы оставили белыми, остальную часть стены сделали зеленым цветом. Краска у нас везде моющаяся. Очень удобно, так как маленькие дети, и, соответственно, это первая необходимость в семье. Телевизор заказчикам спальни не нужен был, но мы решили предусмотреть розетки. Притом розетки состоят из основных блоков, но есть еще кабель-канал в стене. Очень удобная история, если вы хотите подключить какую-то приставку, соответственно, к телевизору. Здесь наглядно видно, провод проходит внутри стены. И также молдингами мы поддержали изголовье. То есть получилась такая симметричная история. Панели напротив панели, молдинги напротив молдингов. Кровать размером 180, здесь предусмотрено удобное хранение внутри, туда помещается много крупногабаритных вещей. Изголовье предусмотрели с мягкими ушками, чтобы можно было удобно сесть, облокотиться и почитать книгу. В этом помещении мы сделали небольшую перепланировку, а именно возвели вот эту стену из пеноблоков, для того, чтобы гардеробная встала у нас в нишу. Мы работаем со своей бригадой строителей уже очень давно, и они знают все наши проекты, и поэтому благодаря им получается такой результат. Заказчица у нас никак не принимала участие в самом строительном процессе, мы с ними совместно осуществили эту красоту. А благодаря совместной работе нам удалось осуществить весь ремонт за 4 месяца, что для квартиры 84,7 квадратных метров очень быстро. Запрос от заказчицы был, чтобы гардеробную не было видно, поэтому мы здесь предусмотрели тонированные стекла с рифленой поверхностью, чтобы было немножко интереснее. Соответственно, здесь два стационарных полотна и два раздвижных. Гардеробная 1,9 квадратных метров, по сути, очень маленькая, но она достаточно вместимая. С левой и с правой стороны у нас открытые полки с выдвижными ящиками внизу. Здесь функционально делится мужское и женское, так как семейная пара. Соответственно, в центре мы расположили штанги, опять же, для мужской и женской одежды. Сюда можно, в принципе, зайти, повернуться. Места достаточно, очень комфортно, удобно и минималистично. Тумбы мы подобрали тоже с рифлеными фасадами, чтобы поддержать и стеклянную перегородку, и молдинги. Здесь, в общем, помещение очень много декора, но, несмотря на это, оно смотрится довольно-таки эргономично и красиво. Еще один важный момент, на что хотелось бы обратить внимание, это блок кондиционера. Очень часто возникает вопрос, где его вешать. Здесь мы предусмотрели, что все блоки в квартире у нас находятся над дверным проемом, и они как бы спрятаны, чтобы воздух дул конкретно в нужные места и не попадал на кровать. Здесь мы тоже предусмотрели различные варианты освещения. Это технический свет по периметру, вечерняя подсветка и свет над тумбами.
Еще одна небольшая фишка – это магнитные стопоры. Очень удобно, что они скрыты. Мы отодвигаем дверь, они выдвигаются. А так не задеваешь за них. И самое главное, они не мешают работе роботу-пылесосу. Обычно в интерьерах сейчас заказчики стараются делать ровные потолки, но здесь многоуровневый потолок прям напросился. С помощью него мы выделили зону над кроватью. А теперь пройдем в наш кабинет. Это мой муж. Всем привет, меня зовут Кирилл, я занимаюсь разработкой игр. В первую очередь я хотел, чтобы в моем кабинете создалось пространство, мужское пространство, только для меня, чтобы я здесь мог уединиться, поработать, чтобы я здесь мог выделить места для своих хобби. Так как я занимаюсь коллекционированием приставок, для меня было важно получить множество мест для хранения. Вот, как видно, все влезло, все вместилось. Но, к сожалению, 84 квадрата не резиновые, и часть мест мне пришлось выделить под семейные нужды. Мы думали, где разместить нашу постирочную. Получается, либо в кабинете, либо у нас в спальне. Но в спальне все-таки такое тихое место. Для того, чтобы там работала машинка, например, ночью, было бы не очень удобно. Поэтому решили все-таки в эту сторону разместить вот эту стену для хозблока. А так как у нас двое детей разнополых, скоро все-таки все вырастают, и всем по утрам у нас целая очередь в ванную, в туалет, всем надо собираться в садик, на работу или по другим делам. Поэтому от санузлов решили не отказываться, сделать все как есть по проекту, а постирочную разместили в кабинете, немножко пожертвовав шкафом у мужа. Особенно от сушилки идет очень много тепла, поэтому часто шкаф открыт хотя бы на одну створку, но это не создает никаких для нас неудобств. Изначально я хотел, чтобы в моей комнате было больше черного цвета. Здесь планировалась стена с выгоревшим деревом. Но дизайнеры мне подсказали, что лучше скомбинировать темные цвета со светлыми, для того, чтобы пространство не казалось сжатым. Я не хотел приходить сюда, будто я спускаюсь в подвал. Поэтому теперь здесь выделена светлая зона и темная зона рабочая. А в этой зоне у нас диван, который раскладывается. Здесь мы можем принимать гостей, а также просто разместиться и поиграть в игровую приставку, либо просто посмотреть кино. В этой комнате у нас есть небольшой балкон. Зимой мы его используем как склад. Летом будет стоять стульчик со столиком. В плане света у нас здесь организован рабочий свет, который находится над столом. Также есть подсветка стены, которая выгодно ее выделяет. Есть направленные треки на стены и общее освещение. Мы с вами переходим к детской. Задача стояла разместить здесь двоих детей, двоих разнополых детей. Девочке 5 лет и мальчику 1 годик. Мне хотелось бы видеть, чтобы тут было две больших кровати, много мест хранения для игрушек, места хранения для одежды и обязательно письменный стол. Благодаря изменению планировки во всей квартире нам удалось сделать полноценную нишу для двух кроватей, которые между собой разделены мебельной перегородкой. Мне было важно, чтобы кровати были с подъемным механизмом, чтобы можно было туда что-либо сложить. На самом деле очень интересная конструкция. Мы приставили кровати не просто к стене, а сделали небольшие такие бортики из ЛДСП, чтобы можно было поставить телефон, так как тут стоят розетки и выключатели для света, а также декорировать игрушками. И чтобы поддержать этот выступ выше, мы организовали тоже хранение. Оно узкое, но для разных мелочей подойдет. Здесь решили сделать прозрачную перегородку с полками, чтобы также можно было хранить какие-то книги, ну и, соответственно, всякие поделки. Таким образом, дети вроде и рядом, но одновременно обособлены друг от друга. Да, у нас двое разнополых детей, дочка 5 лет и сын 1 год. Сын, когда чуть подрастет, он будет жить, спать на этой кроватке. Вот. Но в будущем, когда они станут подростками, все-таки неудобно будет им жить в одной комнате. Поэтому сын переедет в кабинет, там сделаем ему небольшой ремонт. А эта комната останется для дочки. Здесь мы сделали гипсовые панели волнистой формы и покрасили их в нежно-бежевый цвет.
Так как дети разнополые, у заказчицы был запрос не использовать в этом помещении какие-то определенные цвета, там, синие, розовые, чтобы никакой цвет не преобладал. Поэтому все помещение у нас в бежевых оттенках. Да, но также, так как это детское, тут много игрушек, и они все разноцветные, поэтому комната не выглядит однотонно бежевой, все равно она играет разными красками. Да, подоконники от застройщика мы решили убрать и поставили такие красивые под мрамор новые подоконники во всей квартире. Эти подоконники сделаны из пластика, их удобно протирать, мыть. Также у нас здесь вот такой текстиль. Мне не хотелось сделать тюль и шторы, как обычно это делается в других комнатах, поэтому мне хотелось именно акцентную стену сделать в этой части комнаты, поэтому мы выбрали такую пышную кисточку и яркую римскую штору. Когда муж увидел, сказал: а-ля чайхана номер один. Так как у нас маленькие дети, на всех окнах установлены магнитные защелки. Хотим обратить внимание, что в этом помещении нет ни одной стены практически, кроме окна, где не было бы мебели индивидуального изготовления. Здесь у нас расположена рабочая зона. Здесь мы предусмотрели хранение для книг и канцелярских вещей. И также стол с выдвижными ящичками. Акцентной деталью в этом столе является эта металлическая нога под латунь. У нее интересная история. Мы ее заказывали в Санкт-Петербурге. И был такой момент, что заказчикам уже надо было переезжать. И, соответственно, надо было дособрать всю эту конструкцию. А нога все никак не приехала. И мы хотели даже собственноручно везти ее. Но в итоге вовремя успели отправить и собрать стол. Вся вот эта композиция – это единая конструкция, и, соответственно, без этой ноги мы не могли собрать всю историю. Здесь интересный момент, что здесь колонна, которую мы обыграли тоже в мебели, выровняли все в один уровень, и поэтому шкаф у нас получился чуть больше по глубине, чем изначально, чем стандартный. В центре у нас зона хранения игрушек. Все это декорировано такими интересными гипсовыми панелями «Лепестки». Очень необычно смотрится, когда мы показали заказчикам, им сразу они понравились, поэтому, в принципе, мы даже особо не согласовывали их. Также мы предусмотрели на будущее розетки, пока они спрятаны за рамкой, но если вдруг понадобится поставить, повесить сюда телевизор, они уже здесь предусмотрены. Да, также здесь у нас сделано много ящичков, которые можно сложить настольные игры, другие игрушки, чтобы они были не на виду. А также открытая поверхность снизу и сверху. По запросу заказчика мы предусмотрели здесь довольно-таки большой шкаф, функционально разделенный для двоих детей. В одной части у нас спрятаны две штанги, а в этой части у нас разделены на полочки и на ящички. Здесь мы предусмотрели большое зеркало. Во-первых, оно расширяет пространство, а во-вторых, можно одеться, сразу повернуться и посмотреть на себя. Расскажу немножко про свет. Здесь у нас акцентная люстра в центре комнаты. Также присутствует технический свет в зоне шкафа и в зоне рабочего стола. И подсветки. Подсветки у нас полок, так как подсвечивают именно вот эту рельефную панель лепестки. Также у нас есть декоративная подсветка, скажем так, вечернего типа в зоне кроватей и бра. Ну и дополняет все это подсветка зеркала, так как у нас еще здесь стена в штукатурке декоративная, это очень эффектно выглядит. Потолок здесь ровный, но есть один момент. Мы подшивали участки, где у нас есть шкафы, чтобы карниз шел ровно по периметру и нигде и были хорошие стыки. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там есть много всего интересного о дизайне и интерьерах. А если вы хотите стать участником следующего выпуска, присылайте свои фотографии готовых интерьеров на эту почту. Это санузел мужа под названием «Второй кабинет мужа». Мы использовали здесь плитку с ярко выраженной текстурой, то есть она такая шероховатая поверхность. А саму зону инсталляции решили плиткой не обыгрывать, а обыграть в ЛДСП-панели, чтобы все пространство было единым. За этими шкафчиками у нас находятся инженерные коммуникации, весь коллектор водоснабжения. Заказчице очень понравилась плитка, которая была при входе, и мы решили в гостевом санузле поддержать и уложить ее же. Здесь мы использовали плитку Подоникс.
черная сантехника. Столешницу сделали из акрила со встроенной раковиной, зеркало с подсветкой. Также у нас на этой стене висят полотенца, но так как ванна не сильно большая, здесь некуда было вешать полотенцесушитель и вот эту громоздкую конструкцию, поэтому мы решили ее заменить и сделали под полотенцами. Здесь у нас проходит теплая стена в виде теплого пола. Здесь у нас сделана акцентная стена. Мне хотелось видеть здесь зеленый такой цвет. У меня была картинка в голове, что ты когда купаешься под тропическим душем, то здесь находится водопад. Поэтому мы использовали зеленую плитку мелкоформатного размера. Также у нас вся плитка выложена не до потолка. Потолок обрамлен такими панелями. И под ними находится подсветка. Под раковиной у нас два ящичка с местами под хранение. Здесь у нас лежат всякая косметика. А в нижнем ящике нижнее белье, чтобы быстро переодеться и ложиться спать. Специально не стали делать инсталляцию, зашивать под потолок, чтобы было здесь также дополнительное место и было пространство. Так как мне важно, чтобы нигде не стояло лишнего визуального шума, мне хотелось сделать встроенные полочки. Но так как у нас вот здесь находится коммуникация, эти полочки нельзя было сделать во всю ширину ванны. Поэтому решили все-таки оставить небольшое пространство для вот этих вот полочек. Но, живя здесь, мы поняли, что все-таки нам их не хватает. Поэтому на ванне все равно стоят шампуни. Поэтому мой совет – делайте побольше встроенных полочек. Надеюсь, вам понравилась наша квартира. Пишите свои эмоции и впечатления в комментариях. Если у вас остались вопросы, тоже пишите. Мы обязательно постараемся на них ответить.